Я не слышала, как вы вошли. У вас тут... А? Прощай, работа. Ты падаешь в обморок при виде крови. Привыкну. Врач что-то говорил про эмоциональное потрясение, но я ничего не понял. Что скажешь, босс? Я не буду брать заказы, залягу на дно. Привет, мы ваши новые соседи. Винишко вам. Ага. Это игристое. Мы к нему с бутылкой, а он нам даже спасибо не сказал. Ты какой-то грустный. Я безработный. Давай к нам в колл-центр. Работа мечты. Чему вас научило прежнее место работы? Доброте. Карим, я жду твоих покупателей. Я немного занят. Чего? Он сказал, что занят. Ты глухой или тупой? Да он шутит так. Ты немного вскипел. Кто тебя подослал? Никто. Я тут работаю. Я киллер. Бывшие заказчики хотят меня убить. Я типа сообщник теперь. Именно. А я люблю приключения. Ты вот никого не хотел убить? Нет. Я их опережу. Есть! Да! Я перебью их всех раньше. Говори, где их искать. Хорош меня бумагой кормить. Если так и будешь его бить, мне какой смысл вытирать? Я не могу жить с мужиком, который носит в кармане человеческие уши. Ой, да ладно, ну разок забыл выложить. Это просто работа, которую надо выполнить. Не буди во мне киллера. В кино с 15 июня.